превратил. Может быть, тебе и все равно. Только этого нам еще не доставало. Ты серьезно? Не верю ни одному твоему слову. Если бы это было так просто. Конечно, почему нет? Лучше разберись с этим сам. Это опять лишняя возня. Насчет вашего дефицита людей. С этого момента охотник Фрезер будет работать в Акаре. Охотники нам всегда нужны, спасибо. Ты серьезно? Охотник Кандела остается в Акаре. Очень хорошо. Надеюсь, он не последний, кого тебе удалось найти. Будь. Я привел вам нового человека. Его зовут Керт. Знаю я этого трусишку. Ну ладно, лучше, чем ничего. Я привел вам сильного бойца, Рэндала Дебашира. Ох ты, а его-то ты где нашел? Отличная работа, приятель. Так держать. Маг огня по имени Ракус хочет присоединиться к вам. Превосходно. Магов огня у нас еще не было. Мы рады будем увидеть его в наших рядах. Спасибо, дружище. Лучше разберись с этим сам. Один старатель по имени Оуэн сгорает от желания присоединиться к вам. Ну так приводи его сюда. Отлично. Здесь не осталось больше никого, кто пошел бы в Акару. Что ж, обойдемся теми людьми, что у нас уже есть. Что-нибудь да получится. Спасибо тебе за помощь. Тебе нужно что-нибудь? Мне нужно еще немного железной руды, кусков 5. Можешь достать их для меня? Вот тебе 5 кусков железной руды. Спасибо, ты уже сделал достаточно для нас, друг. Возьми вот это в благодарность от меня. Ты серьезно? Некоторые проблемы решаются сами собой. Послушал бы моего совета. Ему-то это лучше знать. Если бы все было так просто. Будто мне проблем не хватает. Конечно, почему нет? Знаю я, знаю. Может, тебе и все равно. Некоторые проблемы решаются сами собой. Послушал бы моего совета. Ему-то это лучше знать.
серьезно? Как будто мне проблем не хватает. Если бы все было так просто. Будь осторожней с тем, что говоришь. Будь. Нужно прорваться туда. Мы скоро всех рабов потеряем. И чего же ты ждешь? Посмотрим, что...
что произойдет. Ты всегда это говоришь. Надо преподать мурачу урок, честную драку. От Мора одни проблемы, Смиля. Опасное место для Мора. Почему? В крепости наверху полно нежити, Мора. Шел бы ты отсюда по добру, по здорову. Кто тут командует? Отрас в доме с высокой башней, вон там. Поторгуемся? Почему бы и нет, если у тебя есть золото? Рано или поздно. Покажи мне свой товар. Надо преподать мрак урок. Посмотрим, что произойдет. Рано или поздно, но они смирятся. Ты точно знаешь, от чего все наши... И чего же ты ждешь? Я бы предпочел честную драку. Ты хотел меня именно убить. Так я и думаю. И чего же ты ждешь? Будь сильным, это главное. Я этого больше не допущу. Я бы предпочел честную драку. Но если ты хотел меня убить, что произойдет? Нужно прорваться туда. Как у нас еще мало Мора. Такими темпами мы скоро всех рабов потеряем. Эй, ты! Ты почему это здесь разгуливаешь, Мора? Говори же, ай дойди, шкуру на уши надену. Я должен вас поддержать. Кто это посылает такого слабака, как ты, на поддержку в это проклятое место? Не издевайся надо мной, Мора, иначе я запихну тебя в свою камеру к другому пленному. Что ты здесь делаешь? Я начальник этого форпоста над Готой. И изволь обращаться ко мне уважительно, слабак. Какое преступление совершил этот пленник? Этот человек — повстанец. Мы его при удобном случае казним, чтобы его видели многие, Морра. Выпусти пленника. Зачем же я стал это делать? Любопытно, как ты хочешь меня на это уговорить? Форпоста? А что вы здесь охраняете? Готу и городскую крепость жалких Мора, которые сами себя называли паладинами. Когда-то они были такие гордые, а теперь они осуждены на вечную жизнь и бродят среди развалин своих домов в Готе. Что произошло с Готой? Ты что, вообще, что ли, ничего не знаешь? Гота во время войны была цитаделью паладинов. Мы использовали все, что могли, но мы не могли их победить. Они окопались в своей крепости, словно кроты. И лишь когда мы воззвали к помощи самого Белиара, их высокомерию был положен конец. Демон уничтожения пронесся по их улицам и проклял их всех, превратив в живых мертвецов. Если городом правит демон, зачем же тогда вы его охраняете? Для твоих куриных мозгов это, наверное, сложновато, а? Мы здесь для того, чтобы ограничить власть демона. Ксардос, носитель могущества Белиара, возложил на нас эту обязанность. Как ты думаешь, что будет, если это бестие пронесется над страной, а? Что ты знаешь о Ксардосе? Даже здесь я чувствую его власть, хотя он и далеко отсюда. А где именно он находится? Он построил себе башню на ледяных склонах восточных гор.
Сколько мне тебе заплатить, чтобы ты выпустил пленника? Это не очень умно, Мора. Думаешь, меня можно вот так подкупить? Чтобы заставить меня поступить со своими принципами, нужна целая куча денег. Сколько? Больше, чем ты можешь себе позволить. 2000 золотых. И чего же ты ждешь? Вот, возьми золото и выпусти пленного. Ты даешь мне столько золота за какого-то паршивого повстанца, Мора? Ну хорошо, забирай его. Но чтоб я вас обоих никогда больше не видел, ясно тебе? Куда мы с тобой пришли? А сюда мы пришли? У Мора нет чести. Ты точно знаешь, от чего все наши проблемы? И чего же ты ждешь? Такими темпами мы скоро всех рабов потеряем. Я этого больше не допущу. Но не смеяться. Я бы предпочел честную драку. Сначала нужно все обдумать. Рано или поздно, но не смеяться. Ну, наконец-то ты здесь! Вытащи меня отсюда! Горн, что ты опять натворил? Я пытался найти камень телепортации в Готе, да только там полным-полно скелетов и зомби. Ими управляет один очень злобный демон. Вот, а когда мы убегали от этих чудовищ, меня поймали орки. Весь повстанческий отряд разбит. С каких же пор ты стал бояться нежити? Гота, просто адское место! Если этот демон нападет на тебя, ты тоже будешь дрожать, поверь мне! А зачем тебе камень телепортации? Повстанцы из Окары хотят проникнуть в крепость короля, а в Готе должен быть камень телепортации в столицу. Ты работаешь на повстанцев? У нашего друга Ли еще есть кое-какие счеты с королем, как ты сам знаешь. Он велел мне подобраться к королю. И мне подумалось, что Окара — лучшее место для начала этого задания. Где сейчас Ли? Он носится где-то в ледяной пустыне Нордмара и бьется с орками. Да, это вина Мора. Зачем ты атакуешь город, если знаешь, что там обитает демон? Повстанцы дали мне этот божественный артефакт, понимаешь? Один из них рассказал, что эта штука делает своего владельца неуязвимым. Полная чушь! Мне все равно не удалось одолеть демона. Теперь ты вновь свободен. Спасибо, дружище. Я знал, что на тебя можно положиться. А где сейчас божественный артефакт? Эх, я выронил его во время битвы с демоном в Готе. Наверное, это чудовище забрало его себе. Убьем этого демона из Готы. Вообще-то, мне не очень хочется снова туда идти. А с другой стороны, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Вперед, на Готу! А теперь идем. Я знаю дорогу. Еще одна из этих тварей, ты ему показал. А!
Еще одним монстром стало меньше. Все. Так, вот тебе, ублюдок. Одна из этих тварей. Так, с этим покончено. Только посмотри на это. Когда-то здесь стояла гордая крепость паладинов. Демон из Готы больше никого не напугает. У тебя опять все получилось. Надеюсь, ты никогда не встретишь противника сильнее себя, друг мой. Что ты теперь будешь делать? Постараюсь восстановить Готу. Там много людей, которым нужен кровь. Смотри, чтоб тебя не убили, друг мой. Было б жаль. Пока есть ты, все это меня хоть как-то забавляет. Если я понадоблюсь тебе в качестве боевого соратника, то ты знаешь, где меня найти. Повсюду эти твари!
Я это уже знаю. Невозможно. Подарив ему часть своей магической силы, чтобы противостоять деяниям Белиара. И этой силой был огонь. Огонь, который можно контролировать. Мне нужна отмычка или подходящий ключ. Мне нужна отмычка или подходящий ключ.
сломана.